В Амурске прошел заключительный этап районной военно-спортивной игры «Патриот». Участники состязались в теоретических знаниях в истории, символике и военном деле, а также показали свои навыки в строевой подготовке. Районный этап краевой комбинированной военно-спортивной игры «Патриот», посвященный 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, завершен на минувших выходных. На протяжении всего учебного года участники команд, а их было 7, из школ Амурского муниципального района соревновались в различных военных, спортивных и туристических дисциплинах. Этапы игры включали в себя стрельбу из пневматической винтовки, метание гранат, сборка-разборка автомата, сдача норматива физической подготовки. В пятом заключительном этапе ребята показали свои знания уже в теоретической части, а также показали свой точеный шаг в строевой подготовке. Прошедший этап игры «Патриот» стал не только заключительным в этом году, но и последним в ее истории. Игра «Патриот» завершает свою историю. Сегодня был крайний этап, и игры «Патриот» как таковой больше не будет. На следующий учебный год мы вводим несколько мероприятий в рамках военно-патриотического воспитания. Это будет районный этап краевой и всероссийской игры «Победа» и игры «Орленок». Они более расширенные, они включают в себя не только военно-патриотическое направление спортивное, туда добавляется туризм, туда добавляется водный туризм. То есть она такая будет сложная, расширенная. И мы приняли решение, что на следующий год мы возобновляем это слет военно-патриотических клубов и объединений. До финального этапа игры «Патриот» добрались уже 4 команды школ города Амурска. Команда «Арсенал» из школы номер 2, команда «Звезда» школы номер 3, команда «Спецназ» из 6-й школы и команда «Лидер» из школы номер 9. Победителем игры «Патриот» по итогам 5 этапов стал отряд «Лидер» школы номер 9. Второе место занял отряд «Спецназ», ну а третье – отряд «Звезда». Лучшим командиром была признана Горчакова Дарья, командир отряда «Спецназ». Команда-победитель и призеры игры «Патриот» награждены кубком, медалями и грамотами управления образованием, молодежной политики и спорта администрации Амурского муниципального района. Евгения Дудко, Игорь Демьяненко, телеканал Амурск.